Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. И сегодня мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир ангелов-хранителей. Мы движемся по гороскопу, по знакам зодиака, ну и пока мы в стихии огня. И следующий ангел-хранитель это ангел-хранитель Элемия или Элемая или Элемаях. В разных источниках его называют по-разному. Это все ж перевод, и каждый источник переводит это по-разному. Я буду говорить Элемия. Элемия это ангел-хранитель успеха и защиты. Если вы родились между 4 и 8 апреля, Элемия – ваш ангел-хранитель по умолчанию. Элемия означает «скрытый бог». Этот ангел-хранитель связан со страстью к путешествиям, открытиям, и счастью в бизнесе. Эта открытость и любопытство присущи только ему. Ангел Элемия – это женский ангел. С ее мужеством и внутренней силой она достигает успеха через действия. Уроженцы этого ангела часто испытывают трудности, когда дело доходит до управления своими внутренними силами. Но все же выиграют от определенного профессионального успеха и обретут гармонию со своим окружением. Люди, рожденные под ее влиянием, часто бывают любопытны. Элемия побуждает вас действовать, чувствовать себя бойцами, и она дает вам силы идти по нелегким путям, по которым, тем не менее, вам надо пройти. Но благодаря ей вы можете смотреть на вещи с более позитивной точки зрения. Действительно, ангел-хранитель Элемия помогает вам понять, что иногда преодоление чего-то делает вас сильнее и оптимистичнее, и вы скорее находите решение проблемы или задачи. Вы же знаете, я не люблю слово «проблема», но когда я собирая информацию, вы же понимаете, во всех источниках очень много используется именно это слово, поэтому иногда мне не удается обойти его. Ну что, давайте я все суммирую. Ангел-хранитель Элемия обеспечивает готовность что-то изменить, власть делать что, что мы должны делать, способность преодолевать любые жизненные ситуации, возможность раскрыть свои таланты и свой карьерный путь, и способность примириться с людьми, особенно с теми, с кем у вас был негативный опыт. Примириться – это имеется в виду простить и отпустить. Просто отпустить. Для некоторых это просто исключить из своего близкого окружения. Ну и, конечно же, теперь как можно обратиться к ангелу-хранителю Элемии? Именно формулы обращения или как так называемой молитвы
Нет. Везде говорят, что к Элимии можно обращаться своими словами. Я, как всегда говорю, обращаться своими словами и обязательно благодарить. Ну и так как это энергия огня, присутствие ее вы можете почувствовать в виде тепла, а также в виде идей, инсайтов именно в ответ на ваши вопросы. Поэтому обращайтесь, просите, и обязательно Элимия вам поможет. Вы знаете, если правильно обращаться и делать это часто и благодарить, то любой из ангелов-хранителей или архангелов помогает. Главное еще, конечно же, верить в это. Ну и, конечно же, как всегда, самое интересное. Для меня это было наитием, когда я эту информацию увидела в первый раз. Ну, как я уже и говорила, физический ангел или ангел по умолчанию для тех, кто родился с 4 по 8 апреля, мои дорогие овны. Душевный ангел для тех, кто родился с часу ночи до часу 20 ночи. И моральный ангел для тех, кто родился 23 марта, 31 июня, 14 августа, 25 октября и 5 января. Вот такая интересная информация о ангеле-хранителе Элимии. На сегодня все, мои дорогие. Желаю вам успехов во всем. Хочу, чтобы ваши ангелы-хранители всегда были с вами. Я уже, наверное, говорила эту фразу. Когда выходите из дома, скажите: «Ангел мой, пойдем со мной, ты впереди, я за тобой». Вот такая простая считалочка. Ну и, конечно же, благодарю, благодарю, благодарю. А я благодарю вас. И увидимся очень-очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока. Пока.